Ну, на Украине загоревшуюся фуру с арбузами стали тушить арбузами. Как говорится, тем, что было под рукой. Фура загорелась на трассе в Херсонской области. Огнетушители быстро закончились, и пришлось воспользоваться товаром, который перевозил как раз грузовик. Мужчины создали живую цепь, передавали вот эти вот ягоды от одного к другому. И вот как большие водяные бомбы кидали в самое пекло. Надо сказать, с огнем удачно справились. Вот есть фотографии тому доказательства. Ну, чем только пожары на самом деле не тушат. Порой используют даже самые неожиданные предметы. Вот, например, этот умелец находчиво использовал пылесос. Видео пугающее, потому что в какую-то секунду загорается и сам агрегат. Хозяин, надо сказать, рисковал жизнью, потому что и даже из-за дыма внутри разорвало вот этот вот мешок, который пылесборник на пылесосе. Но с огнем-то он в итоге справился, пусть и ценой бытовой техники, которая, надо сказать, пришла в негодность после таких экзерсисов. Ну а китайские пожарные научились тушить огонь кока-колой. Берут бутылки, как следует взбалтывают их, прикрывают чуть-чуть горлышко и очень сильной струей поливают пламя. Вот так, собственно, можно поступить совершенно любой газировкой, которая оказалась под рукой. Ну, все-таки какая-то жидкость. А вот следующее видео из белорусского Пинска. Горела машина на обочине, мимо ехали ассенизаторы. Остановились, достали шланги и вперед. Ну, запах рядом, конечно, был не самый приятный. Брызги летели во все стороны. Но главное, что дело сделано, пожар потушен. Угроза для остальных людей была ликвидирована. Ну, вот как раз тем, что перевозят обычно ассенизаторы.